В войсковой части 55-26 подведены итоги прошлого года и открыта новая страница в летописи военной жизни. К слову, весь комплекс мероприятий, проводимых в 2017-м, позволил успешно выполнить все возлагаемые на подразделения задачи, в том числе не допустить нарушения воинской дисциплины, предупредить травматизм. Для меня, как для командира части, да и для любого командира, самое важное, основное является это жизнь и здоровье подчиненного личного состава. Поэтому в начале периода мы традиционно проводим занятия на учебных точках, которые тематически перекрывают весь спектр служебно-боевых задач, выполняемых нашей частью, всех тех трудностей, с которыми может столкнуться военнослужащий. Комплексные занятия по доведению техники безопасности включают в себя прохождение 8 боевых точек. Огненная подготовка, несение патрульно-постовой службы, уроки физической подготовки, лекция по оказанию медицинской помощи при получении травм, занятия по пресечению групповых нарушений и массовых беспорядков. Спектр дисциплин самый разнообразный, и это объяснимо, ведь сегодня правоохранителям приходится сталкиваться с самыми разными ситуациями, условиями и обстоятельствами. Не допустить любых негативных проявлений, основное, самое важное, это успешное выполнение служебно-боевых задач, то есть именно то, для чего мы и предназначены, мы должны выполнять и проводить все мероприятия только на оценку отлично. Для офицеров проведение инструктажа – хороший повод закрепить навыки и умения, для солдат – шанс расширить запас знаний о правилах поведения в самых разных ситуациях. Занятия призваны напомнить о соблюдении необходимых мер безопасности, чтобы при выполнении служебных боевых задач минимизировать травматизм и несчастные случаи.